Какой у вас хитрый план? Я буду покупать котенка. Но у тебя есть 1000 рублей, да. Виртуальная. Ладно. Что бы ты сделала? За 200 рублей ты бы пошла куда? В выставку кошек. И у тебя остается сколько еще? У меня остается, я не знаю, сколько. 800 рублей. Я вижу бонза. Но остается 800 рублей. На любого котенка, которого ты только захочешь. Да. Я хочу. Мама, давай деньги. Мама-то тут при чем, извините? В смысле при чем? Мама спонсор сегодняшнего этого. Нет. Только сначала деньги на ремонт. Конечно. Ну ладно, куда мы идем? Ты дай. Кого? Ты дай, 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 дай. Кого дай? Деньги. Сколько? 1000. Мне 1000 хватает на целую неделю. Значит, 500. Что ты хочешь? Какую? Девочки с синими волосами? Я хочу туда. Я просто родила туда. Пойдем картины смотреть. Ну что? Котеночка, хочешь? Нет. Почему? Купи мне картину кошечки. Если не кошечка, то хотя бы картина. Давай посмотрим еще. Что такое? Все, уже котята не нужны, да? Я хочу котят. Сильно-сильно. Да? Когда мы уже придем к ним? Когда мы к ним придем, мама? Через несколько лет. Все, пони, пони, пони. Туда. Какой лунтик? Сегодня выходной. Лунтик в другом вообще парке. Папа, мы в этом году здесь не фоткались. Надо сфоткаться. Алло. Кирусь, куда мы вообще идем? Мы должны идти в кошачий этот. Приют. Да. Кошачью выставку должны идти. Выставка кошек, может быть? Да. Ну. Мы не можем туда пойти, потому что мы потерялись. Почему мы потерялись? Потому что мама нас привела куда-то не туда. Мы теперь идем на кошку, да? Все нас правильно мама привела. Дрозари, а нам нужно в кошачью выставку. Зачем вам кошачья выставка? Чтобы посмотреть кошек. Куда мама привела? Розали. Розали? В Розали. Что такое Розали? Это там, где розы. Так это Розари. Розари. Если ты хочешь там сказать, то, что у нас Розари разведет на деньги? Нет? Вот бесплатно. Вас разведет на деньги котеночек купленный за мамин счет. Почему ты не хочешь фотографироваться в колосках? Потому что я не хочу фотографироваться в колосках. Ну и что? А ты хочешь? В колосках? Да. Я хочу под одеялом. Еще двое выходных, да?
Ты так можешь? Не уверена. Почему? Да. Страшно? О, трон. Шахматный. Шахмат Вязович. Пойдемте. Раньше на этом месте находился древний мудрый вязь. Ну иди почитай, ты же читать умеешь. Почему? Сядь, посиди, он поможет принять тебе правильное решение. Во-вторых, он грязный. Я с тобой согласна. Ну тогда пойдем. Мы куда шли? Туда, котят мы хотели пойти. Может, посидим? Сейчас же жара такая, что прям вот к воде надо идти. Может быть, на мостик сфоткаться? А вот я тоже так считаю, что иди-ка, Кира, на мостик сфоткайся. Сама. Нет. Сама иди, сама сфоткайся. Со своей мамочкой длинные ножки. Да. О, глядите, там какой белый пес красивый. Пойдемте к нему. Фиолетового не сфоткать. Фиолетового. Чего ты хочешь? Вечеринку, косплей, видео Майнкрафт. Да? Да. Зачем? Чтобы все было видимо. Как тебе беседочка? Маленькая. Зайдем? Ты видела белку? Да. Где? Две белки. Две белки. Да. Правая наверху сидит, вторая внизу делает дерево. Ну да. А это вон да. Сидит, да? Сбегает от дерева. Сидит себе такая. Ест орехи. Да. И шишки, да? Орех и ей дать. Пусть. Разделанную корочку в орехах. Шишки. Нет, в